Доброе утро. Сегодня у нас 15 мая. Сколько у нас тут? 27 градусов. Где-то 27 градусов. Влажность вот большая, 50. Влажность 50. Сегодня народ уже начал с другой стороны проверять грин-карт лотереи. А я буду делать тесто для вареников и начинку. Идем на кухню. Я потом сделаю обзор квартиры. Итак, варится картошечка. Так, готов агрегат для замески теста. Вот такая мука. Ну, как всегда, яйцо, вода и соль вкусная. Все, потом покажу еще дальше. У меня такая вот интересная разминалочка. Ну хорошо, мне вот так хорошо. Добавила масло. Сейчас добавлю еще вкусную соль. Это у меня вот вкусная соль. И все будет остывать. Моя начиночка будет остывать. А я замешу тесто потом. У меня агрегат будет. Сейчас посмотрим. Так, у меня тут все есть, все готово. Пирожка готова. И что я не нашла? Я не нашла скалку. Вот такую штучку я привезла для вареников. Я не нашла скалку. Теперь я оделась и иду за скалкой в магазин. Потому что она нужна, а ее нет нигде, ни у кого. Все, пошла. Что, скалку вы видите? Я не вижу скалки. Эту модель скалку мы видим? Не вижу я здесь скалки. Проблема, ребятки. Это вот спортивная. А, я думала, что такой отдел. Сейчас еще посмотрю. Смешалки есть. Ложки интересные. Есть, наборчики есть. А скалок нету. Я остаюсь без скалки. Все, иду домой. Скалку я не нашла нигде. Магазинчиков больше нет. Ну, вот так. Кинула тут яйца, мука, соль вкусная. Сейчас налью воду и попробую и включу. Сейчас посмотрим, как работает агрегат. Ну что, вот агрегат оказался шикарным. Тесто я намесила. Вот оно тут у меня отдыхает сейчас. Тесточка. Немножечко так. А я пока вымою тут посуду. Дальше буду раскатывать. А вот раскатывать чем? Совершенно не знаю. Не знаю. Буду чем-то катать. Сейчас что-то выдумаю. Ну что, скалки я не нашла в магазине тоже. Вместо скалки я купила подарок внуку. Ну, будем думать. Ну что, вы не поверите. Нашла скалку. Вот внизу в плите. Ну, хозяйство не мое, поэтому так что вот замечательная скалочка. Сейчас раскатаем все. Ура! Есть скалка. Я тут работаю и смотрю там телевизор. Тесто замешивается вот в этой мешалке. Тоненькое, вот просто вот тоненькое, тонюсенько, вот даже просвечивается. Эластичное, шикарное получилось. И вот гаджет у меня такой. Мне неудобно тут такой вот гаджет. Раз. Не очень, потому что я одной рукой тут
Ну вот, вот так вот получается, вот. Очень хорошо получается. Заморожу это все. Сейчас я закрою его все. А то... Ну, сейчас его закрою. Одной рукой неудобно. Что, все готово. Отправляем в морозилку. Там разместились. Все, морозится. Все, заморозимся и все. Ну что, все. На сегодня все, осталось только это все убрать и все.